Сегодня в Баку состоялось общенародное шествие по случаю 20-й годовщины трагических событий в городе Хаджалы. На улице столицы Азербайджана вышли более 60 тысяч человек, а возглавил колонну президент республики Ильхам Алиев. Вместе со всеми он прошел несколько километров до памятника жертвам хаджалинских событий и возложил венок в подножье монумента. Трагедия произошла в ходе войны между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате боевого столкновения погибли свыше 600 мирных жителей Хаджалы.